Ульяновские медики продолжают проходить реабилитацию в санаториях. Грязелечение, гирудотерапия, внутрилазерное очищение крови, массажи, водные процедуры. Все это входит в курс реабилитации, который рассчитан на 12 дней. Вы знаете, я целый месяц болела ковидом, осложненной пневмонией. И когда мне предложили бесплатную путевку в этот санаторий, я, конечно, не отказалась, согласилась. А ранее я знала, что здесь проходит очень интенсивный процесс очищения организма. Ну, для себя я приняла решение, что именно по этой программе я и буду оздоравливаться. Мой день начинается с 7 часов утра и заканчивается в 4 часа дня. И это все получение процедур. Курс оздоровления уже прошли 877 медицинских работников. Комфортные условия поддерживаются на всей территории оздоровительного комплекса. Квалифицированный персонал со всей серьезностью относится к здоровью своих пациентов. В коридорах нет очередей, а значит, риск повторного заболевания минимальный. Наши пациенты за время лечения, естественно, улучшение чувствуют в несколько раз. Самое грозное, наверное, страшное осложнение после коронавируса – это слабость, это мышечные боли, это постинфекционная астения. И за время лечения, за те 12 дней, которые они у нас находятся, конечно, намного уходят вот эти вот жалобы. Проект «Спасибо медикам» успешно реализуется 16 июня. Для улучшения эмоционального и физического здоровья врачей были организованы экскурсии по заповедным местам Ульяновской области. Несмотря на загруженный график врачей, желающих принять участие в проекте оказалось много. Путевки в санаторные комплексы распределены до конца ноября. На 2021 год губернатором Сергеем Морозовым уже утвержден план по продлению данного проекта. Кроме того, готовим еще тестирование на сайте медицинской палаты. Тестирование анонимное для того, чтобы человек мог сам себя протестировать. И если видно будет по результатам тестирования, что ему нужна помощь психолога медицинского, значит, мы будем организовывать консультации психолога. Медицинские работники продолжают работать в усиленном режиме. Комплекс процедур поможет избежать эмоциональное выгорание, предотвратить осложнения и повысить общее состояние здоровья. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.